Всем привет! Сегодня вот мы режем двух бройлеров. Им, наверное, где-то дней 50. Уйдите, собаки, уйдите. Всех с праздником. Да, хочу поздравить всех мусульман с праздником. Как раз Курбан-Байрам. Курбан-Байрам. Жертвоприношение. Вот. Ну, то, что мы можем. Барана у нас нет возможности резать. Ну, а вот птицу сейчас пришли родители. Зарежем. Посидим. Вечером покушаем. Вот таких бройлеров. Последнее время. Вот они. Дней 50. Я уже точно не помню. Ну, я вот видео снимал. Последнее время они недели две, по-моему, ну, или меньше, едят только пшеницу и черную львинку. Все, больше никакого, потому что комбикорм я перестал давать в последнее время, чтобы их организм очистился. Кто его знает, что там в этом комбикорме, правильно? И они уже все чистые, мясо чистое. Хоть даже минимум как неделю они росли на пшенице. Давайте, вот пшеница замоченная такая. Вот даже видите, вот помет, он сейчас бомбанул, видите, он пшеница, пока его держал. Вот по нулям, смотрите, поднос стоит, все по нулям, давайте посмотрим. Ну тихо ты. Вот, сейчас. 4300. 4300 живой вес. Сейчас второго. Так, второй у нас, давай, двоих завалим. Так, это поменьше, это 4 килограмма. Ну, нормально вес, сейчас мы их зарежем, чистый вес, я вам покажу, сколько они вышли. Ну, давай. Все, вот, разделал я его, вот он вес, чистого мяса. 3390 килограмм. Ну, я не знаю, который. 4. Вот, видите, желудок. Вот, чистая пшеница. Ну, опарыш, видимо, быстро растворяется. Кроме пшеницы здесь ничего нету. Так что будем есть. Нюсо. Ждет. Ну, второй вот, сушится. Так что вот такие у нас бройлера. Еще раз всех с праздником, дорогие друзья. Ну, все. Еще попозже увидимся. Всем пока.